исправить. Потому что заводится, ну, заводится плохо, но не могу настроить холостые обороты. Вот этим верхним болтом холостые. Ну, то есть, если холостые сделать больше, ну, блин, они большие. А если уменьшать, она просто глохнет и потом не заводится. Но я не хочу заморачиваться, я просто поменяю карбюратор. Открутим воздуха. Возьмем новый. Посмотрели, все точно так же. Смотрим здесь, чтобы отверстие совпадало. Оно нужно. Вот здесь.